Вот он, новый входной билет в японский премиум от Infiniti. Самый маленький кроссовер, когда-либо сделанный под этой маркой. Q30. Первый в истории. Правда, сказать, что это самостоятельная дичь японцев, было бы погрешить против истины, поскольку в основе машины лежит та же платформа, что и в мерседесовском А-классе. То есть к этой машине, к ее созданию, приложили руку и немцы тоже. Однако японцы говорят, это чистый Infiniti, чистокровный. И у них для этого есть некоторые основания. Японцы очень мало говорят о железе, но вполне достаточно об интерьере. И если многие догадывались, как будет выглядеть автомобиль, ведь концепт 2013 года очень напоминал серийную машину, то салон оставался загадкой. Премиальный на ощупь, премиальный на запах и, конечно же, на глаз. Пластик салона никогда не был сильной стороной Infiniti, явно не тянет на премиум. Новая машина в этом смысле не откровение, хотя определенная работа над ошибками проведена. Может, это ощущение складывается за счет присутствия мерседесовских элементов или очень похожих на них. Замша на потолке и на стойках на поверку оказывается искусственной. В этом смысле салоны основных конкурентов, той же BMW X1 или Mercedes GLA, выглядят честнее, без дешевых претензий и более аристократично. Что касается электронных систем, то их эффективность мы проверим во время теста, который мы надеемся провести в начале 2016 года. Японцы говорят о технологии шумоподавления в салоне — Active Noise. Это генератор звуковых колебаний, который при помощи бортовых динамиков в противофазе гасит посторонние шумы. Ну а теперь про начинку мерседесовского соплатформенника, который будут собирать на ниссановском заводе в Великобритании. Базовая версия — бензиновый мотор 1600 кубиков, мощность 154 силы. Более продвинутый — тоже мерседесовский и тоже бензиновый мотор, двухлитровый, в 208 сил. Эти машины появятся в России ближе к лету 2016 года, а вот дизельные версии в 2,2 литра мы на нашем рынке не увидим. Кстати, уже в декабре 2015 года будет представлена полноприводная версия кроссовера Infiniti QX30.